Это единственная память о моем сыне. Я очень по нему скучаю, жду его постоянно. Но в напоминании о нем осталось лишь это фото. Каждое утро Багилы Айкажаевой теперь начинается с этого фото. Лишившись единственного сына 8 месяцев назад, она до сих пор не может поверить в то, что мальчика больше нет рядом. После случившейся трагедии женщина потеряла покой, испытала огромный стресс, который сильно сказался на ее здоровье. Сегодня она по-прежнему находится под наблюдением врачей. Смерть моего ребенка не только лишила меня сына, но и надежды, потому что врачи мне сказали, что после перенесенного стресса я больше не смогу забеременеть. Мы решились на ЭКО, делали его уже дважды, заплатили за процедуры 3 миллиона тенге, но безрезультатно. Вот уже 8 месяц я нахожусь под наблюдением врачей. Никто перед нами даже не извинился ни разу, не оказал никакой помощи. А самое главное, никто из ответственных на сегодня не понес никакого наказания. Если бы с их детьми случилось бы такое, что тогда было бы? Между тем, прошло уже 8 месяцев, а виновников случившегося до сих пор нет. Проведенные следственные мероприятия и экспертизы, которыми сегодня располагают родители погибшего Азамата, говорят лишь о факте случившегося и о халатности людей, ответственных за территорию, где произошла трагедия. Родители возмущены тем, что виновных гибели их 7-летнего ребенка до сих пор не установили. За то, что колодец был открыт и за ним никто не смотрел, никого не обвиняют. Оказывается, у нас такое остается безнаказанным. Куда тогда смотрит наш Аким? Куда смотрит руководство завода? Никто даже не контролирует, там технику безопасности не соблюдена. Никакого знака и никаких либо ограждений там не было. Трагедия, в которой 6 февраля погиб ребенок, произошла в промышленной зоне, принадлежащей ArcelorMittal Темиртау. По словам родных Азамата, мальчик провалился в открытый колодец, после чего его вынесло в канал. Отыскать тело Азамата спасателям удалось лишь спустя 5 часов в 2 километрах от места ЧП. А так как все случившееся произошло на территории города, то отец ребенка уверен, что контролировать ход следствия должен был в первую очередь глава города. Я думаю, что территория Темиртау полностью относится к Акиму. Так как индусы арендуют у нас землю, они сегодня, завтра уедут. Поэтому Акиму города Темиртау Галыму Ашимову от всех жителей и родителей города хочу сказать, что индусам без разницы, что у нас здесь происходит в городе. Ребенок наш, гражданин Казахстана. Приезжие не хотят ответственность брать. Поэтому в любом случае я считаю, что здесь должен отвечать наш Аким. Между тем, о произошедшей трагедии Галым Ашимов знает. Говорит, в тот день он лично выезжал на место ЧП и руководил поисками. Между тем, на сегодняшний день в городе находится свыше 14 тысяч колодцев. И уследить за ними всеми ему, как главе города, не представляется возможным, как и повлиять на ход какого-либо расследования. Следствие ведет полиция и прокуратура, то есть правоохранительные органы. Мы особо не можем вмешаться. Но по состоянию колодца в тот момент и на сегодняшний день мы делаем предупреждение, ведем наблюдение. Мы стараемся постоянно контролировать ситуацию по колодцам, но именно к этому колодцу сотрудники акимата не имеют никакого отношения. У нас бывает заседание комиссии, где обсуждаются различные правонарушения и происшествия. Мы, конечно, понимаем вопросы перед правоохранительными органами о результатах расследований, имеющих общественный резонанс. Между тем, даже несмотря на то, что я аким, повлиять на следственные экспертизы или результаты расследования я не могу. Родители погибшего мальчика уже дважды писали запросы в местную прокуратуру, но безрезультатно. Сегодня на их защиту уже встали общественники, которые намерены помочь сдвинуть следствие с места и добиться для тех, по чьей халатности произошла трагедия, реального наказания. Анна Калинина, Владимир Пороховой, новости Темиртау.